Прошел еще один этап из целого комплекса мероприятий, которые для своих подопечных подготовил Центр социальной помощи семье и детям. Ребята уже показали свою физическую подготовку в рамках спартакиады «Город олимпийских надежд». А сегодня они продемонстрировали военную подготовку на фестивале «Патриоты России». Военно-спортивная игра собрала в себе все то, что в дальнейшем может пригодиться ребятам для успешного прохождения службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации. В первую очередь это, конечно, военная подготовка. Метание гранаты, стрельба и разборка-сборка автомата Калашникова. Не обошлось без проверки физической подготовки и знаний до врачебной помощи. Нашлось среди спортивных мероприятий место и для творчества. Буквально сегодня завершился еще один фестиваль «Мы все можем». Здесь уже ребята показывают жюри свои творческие таланты. Одни читают стихи, другие играют на музыкальных инструментах. Третьи рисуют картины, создают увлекательные поделки из подручных материалов. Всего 120 детей участвовали в 7 номинациях. Фестиваль у нас проводится по инициативе Министерства социальной политики Свердловской области ежегодно. Даже период пандемии не прекратил проведение нашего фестиваля. Мы проводили его в дистанционном формате. А сегодня Дворец культуры нам снова предоставил уникальную возможность выйти детям на эту сцену. Дети с особыми возможностями, талантливые дети, участвуют в разных номинациях. Как вы уже видели, это и декоративно-прикладное творчество, и рисунок, будет хореография, будут стихи, будет музыка, много разных номинаций. Самая важная задача фестиваля – это помочь ребятам не только раскрыть свои таланты, но и просто раскрепоститься. Ведь нередко выступление на сцене перед публикой помогает найти в себе уверенность и коммуникабельность. И кто знает, может в дальнейшем благодаря этому фестивалю Вербитина несколько великих творческих людей станет больше.